Курск, Папа Карло, супермаркет Дерево, а также пич... Так, стоп. С тобой Анатолий, как всегда, продолжает серию роликов о том, как устроен печной бизнес в России. И сегодня я в таком магазине, да это мечта любого индивидуального предпринимателя, который занимается печами. Почему? Здесь печи, здесь дерево. Здесь бани-бочки, здесь каркасные бани, здесь бани из мини-бруса. Именно поэтому я начинаю не с улицы, а с магазина. Мы ролик разобьем на несколько частей, на магазин и на бане. Поехали с магазина, начинаем. Начинаем с кассовой зоны. Итак, что здесь? Куча сертификатов. Здесь тебе и Ферум, и Ферингер, и Теплов и Сухов, и Теплынь. Ох, и теплотехника, господи, господи, очень много всего, как вы видите, ассортимент очень большой, сейчас мы по всему пройдемся. Значит, вот, это дерево, вот это вот, это дерево, там бандарные изделия, дымоходы и ряды с печами. Ну, давайте опять, здесь зона менеджеров, все фирменное. Поехали смотреть, что продают. Универсальные какие-то природные растворители. Оля фирма живется. Куда же без нее? Альфа Натура. Финно-угорские секреты. Льняные масла. Новая фирма, не видел такого никогда. Еще живется. Для покраски, разные выкрасы, каталоги, Wood Extra, выкраса. Так, а что здесь? Здесь Extra Wood, тоже защитные краски, масла для дерева. Еще что-то. Так, смотрите, завод готовых бани саун. До этого доберемся. Живица, пожалуйста, можно взять себе в карман и потестировать на дереве, прежде чем покупать соляные брикеты, щипа. Посмотрим, что здесь. Герметики. И Fireway начал делать герметики. И Везувий начал делать герметики. Алюминиевая лента. Элкон краска, чтобы печь подкрасить. Различные вонючки, крепеж, гвоздики всякие разные, заглушки, чтобы баня по красоте была. Что в прикассовой зоне? Мыло, розжиг, подушечки, мыло еще, мочалки. Так, разворачиваемся. Ну и давайте по печам пройдемся. По печному ассортименту с правой стороны от входа. Набор каминных принадлежностей. ТМФ Витрувия 2. Мощно. Березка Верона 18. Квадро Ферингера. Оптима Ферингера. Разворачиваемся. Бак Теплова Сухого. О, Парлайта. Березка. Роскошная дровница. Это собственное производство. Вот это наверняка тоже собственное производство. Цена божеская. Ох. Вот это, да. Так, Столевар, печь какая интересная. Это НМК, чугунистая печь. Не из сборного чугуна, это вот отлито все вместе. Только вот эта крышка одевается. Еще парлайты, еще парлайты, еще парлайты. ТМФ, царь печи, березка, березка. Здесь различная вагонка, имитация бруса, различные рейки, блокхаус. И написано, что для чего нужно. Различные размеры. То есть все, что нужно для отделки бань, здесь есть. Потому что они сами и бани делают. О,
по красоте. Посмотрите, как правильно разложено камни, то есть можно взять в руки, потрогать, ну, грамотно. Это для того, чтобы монтировать проходные узлы. Это для того, чтобы на улице мастер-флэш поставить. Феррум. ТИС. Стальмастер. Здесь есть все. Пожалуйста, вот тебе феррум. Вот тебе ТИС. Вот тебе ТИС. Вентилируемый. Вот это вот моща. Набор для бани. Подголовники различные. Электропечь. И как же я прошел мимо доступной роскоши. Шишечки из нержавейки от теплового и сухого. Теплоаккумуляторы из нержавейки. Нержавейку уважаю. Пленка. То есть пленка, фольга, сори. Паровые пушки. Сабантуй. Ну, так и должно быть. О, веники. Ну, сейчас май месяц, с вениками туго, но здесь они есть. Веник банные, дубовые, кленовые, какой угодно. Хочешь дуб канадский, хочешь обычный, разные есть. Шапочки всяко разные. Шайки стандартные. О, выкраса теплового и сухого. Ну, это хорошо, лежаки. Смотрим, что здесь. Опа. Всякие вешалочки. Смотрите, даже лов написано вот так. Видите, лов. Полочки. Ух, ух, ух. Маэстро Вудс, каменка. Это вентиляционные крутилки. Еще всякие таблички. Ах, красота. Смотрите, тут даже есть черный дымоход. Лава. Во как. Идем, смотрим, что здесь. На входе прометалл. Вот они, печи прометалла. Прометалл, нет, это технолит. Технолит, технолит, прометалл. Вот. Ну, стоят красиво у входа. То есть на что глаз падает, вот на эти печи. Дорогие, красивые. Черный дымоход. Дымоход от Вот Ферингер. Это мощь. Не магнитящийся, толстостенный. Вообще. Стальмастер. Еще паровая пушка Сабантуя. Грамотно стоит на печи Искандер. Стоп. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. На каталоге Fireway, то есть на печи Березка, покоится каталог Fireway. То есть каталажная торговля здесь распространена, чего нету в зале, можно заказать. Ну и мы видим, как устроена печь Березка. Березки здесь очень много. Прям вот по красоте. Там Гейзер 2014. Бессмертная классика ТМФ. Но есть печь, которая мне больше нравится. Это Саяны вторые. Тоже инок значит нержавейка, инок значит нержавейка. Глобальная разница в том, что это печка в кожухе, а это уже печь-сетка. Печь-сетки мне больше нравятся. Ну, по микроклимату и по всему. Неужели это ППШ или теплообменник? Не знаю, подскажите. Но это Теплов и Сухов, а это Феррум. О, арабеска, четко веска, гейзер мини и Эверест, полностью из нержавейки, вообще красота. Стальмастер. А вот это вроде ТМФ, не знаю, или это ТМФ. Я уже теперь путаюсь вот в этих вот вырезах, в сетках Воронова. Наверное, это все ТМФ. Не знаю, подсказывайте в комментах, где я ошибся или не ошибся. Так. Здесь, извольте видеть, панно можжевеловые разные, соляные, светильники, крючочки разные. И раскладки, штапики, деревяшки, углы какие-то.
то, в чем я не разбираюсь. Наличники, но всего это очень много. Плинтуса, блин. Термированная продукция для бани. Ну-ка, и наличники есть, и углы, и полоки. Ох, блин, всего очень много. Так, и тут еще липа разная. Ольха, абаш, кедр канадский. Опа, 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 хопа, по красоте, по красоте. Вот это да, лучник. Вместо стрел здесь шампура. Неплохо, неплохо. Тубус. А теперь заходим в зал, где все для того, чтобы вкусно питаться. На входе мангалы, еще мангал в стиле лофт. Давайте сюда заглянем, потому что здесь разная продукция для готовки пищи на улице, а также дома самогончик держать. Вот самовары, вот это вот мне очень нравится. Какой-то завод дымоходный точно делает, потому что модули похожи дымоходные. Вот это вот все производят сами. Крючочки, вешалки, порталы для печи, облицовки для угла, решетки, тарелки, фаспан. Хорошая вещь. Переходим в следующий зал. Значит, это вот сами производят. То, что наверху, сами производят. Бент тут. О, дверь из массива сосны. Состаренная. Буржуйка. Теплынь. Буржуйка. Домовой Варвара. Астон. О, красивая печка. Дачная. Везувий продан. Одер не продан. Мета. Сиротливо стоят котлы, но зато в отопительном оборудовании роскошь. Все, что мне нравится. Фаренгейт, огонь, батарея, бублик. То есть меня спроси, что взять. Я скажу, либо огонь, батарея, либо бублик. И вот ты ходишь тут, осматриваешь, что лучше. Это тоже красота. Там уже классические, немножко, на мой взгляд, устаревшие печки. А вот это вот прямо центровые вещи. Чугунина. Мебеля банная. Форточки. Форточки, извольте видеть, любого размера, на любой вкус и цвет. Хочешь термированные, хочешь нетермированные. Делают сами. Вот, плакаты висят. Вот. Стеновые панели. Ага. А здесь все то, что могут спереть, поэтому все под замком. Мангал складной, обычный. Ну, короче, на майский, вот куда надо. Ну, а теперь пойдемте смотреть, что же на улице. А на улице встречает и каркасная баня, и бани-бочки, и чана. Заходим. Добрый день, меня зовут Альберт, являюсь менеджером Папа Карло. Где мы находимся для начала? Город Курск, Кривецкий переулок 2А. И здесь вот такая большая площадка, где стоят бани-бочки, и стоит каркасная баня, и даже конура, и чан. Чан типа. Пойдем сначала сюда заглянем. По красоте, вот это вот выставочно. Карьяла сауна. Это ваш торговая марка. Да. Вот это красиво все. То есть красиво со стилем сделано. Заходим. Хорошо. Нет, ты первый. Здесь нас встречают трапики ПНД, ПВХ, ЭВА, точнее не ПНД. Комната отдыха. Красиво. Это обжиг. Это обжиг. Это прокрашено чем-то белым. Вот это вот, извольте видеть, модная вещь. Вот это. О, та-дам. Сено пробивается. Шкафчик.
Так. Слушай, ну вот это обжиг, конечно, мастера у вас класс делают все. Очень нравится. Вот нашего вот производства. Полы полностью подлинные из лиственницы. Душевая зона полностью лиственница. Перекручивающееся устройство. Это обливок, насколько я помню. Или что-то такое, неваляшка, как-то так называется. Все по красоте. Заходим, смотрим, ну-ка, что с эргономикой. Ба! Неужели это Black Bunny? Да, Black Bunny. Вот это так, да. Так точно. Палки широкие, кедровые, место для хранения. Кедр! Да, сейчас покажу поближе. Слушай, приятно, приятно, приятно. Запах прям... Сороковка. Ну что, нормально, отлично, я считаю. Полностью есть ревизия в нескольких местах, так что она разборна. Вот трап съемный. Ага. Также в помывочной трап съемный. Как правило, комплектуем вот эту часть обязательно сеткой. Но это уже по установке. Ага. Обязательно. Не оставляем ничего голого. Идем в следующие бани. Маленькая, побольше и огромная. Ну, давайте откроем маленькую. Кстати, качели, вот это вот все тоже можно заказать. Вентиляция. Опа! Кайфово. Патриот. Кайфово. Печка кедровая по запаху чувствуется, да? Да. Печка Патриот. Ферроу. Вентиляция, форточка. Место посидеть, место полежать. Но это все очень компактное. Чисто... 1,90 м в чистоте. 1,90 м. Чисто для дачников. Так. Рядом стоит баня в два раза с гаком больше. Заходим. Смотрим. Это квадро 4-метровая. Квадро 4-метровая. Цвет ферум, ферум. Так, вот тут уже лежак серьезный, кайфовый. Здесь держим ведра, здесь царь печь, опять же таки ферум, на заглушке ТИС, заслонки. Красиво, пахнет вкусно. Похоже, это тоже кедр. Так точно, здесь кедр. Вешалочки наши также фирменные. О, по красоте. По красоте. И заходим в самую большущую. Квадро. Здесь 4x3 у нас. Квадро-аван. О! О! Душевая кабина. Вот это серьезный стол. И посидеть здесь уже по-серьезному можно. Кайф, и вентиляция, и форточка, и пожалуйста, можно тут посидеть, и тут посидеть. Вот это да! Печка ТМФ, модуль Ферингер, а дымоход не знаю чей, без подписей. Посмотрите, в данном случае Везувий. Везувий, о, дымоход. Посмотрите, как все правильно сделано, то есть два слоя, слой минерита, втулка и еще термозащита в виде базальта. Роскошно. Ух. Здесь точно так же, все для ценителей. Да. Фосфор в декоре. В цвет. Вот. Точка из комнаты отдыха. Ну и вытяжка. Да. Ну что ж, время оканчивать ролик, и окончу я его здесь, откуда начал. Мечта индивидуального предпринимателя. Смотри, у тебя и дерево, и печи, и дымоходы, и бани, и все для приготовления пищи. То есть сезоны разные бывают. В один сезон отопление идет, в другой сезон бани идут, в третий сезон печи идут. То есть, ну... Как читал рэпер Сява,
У меня стоянка в центре, это стоянка в центре, капает кэш. И на одном месте он крутил мировой трэш. То есть вот с таким бизнесом не пропадешь. Ну и, собственно, для жителей Курска лучший магазин, что я видел. Welcome, смотрите. Ну и что сказать в конце? Ссылка снизу. Папа Карло, супермаркет Дерево, Курск.